Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня я хочу посмотреть скрины, какие мне скинул подписчик. Это скрины нового обновления, в принципе, посмотрим, что здесь есть. Их, в принципе, немного, там 7-8. Но подробно посмотрим, что нас все-таки ждет. Как бы, да, были видосики, но вот скрины попали свежие, как я понимаю. Возможно, вы уже их видели в свободной группе, но я их не видел, потому что в свободной группе я... забанен навсегда, в принципе, по причине хейтер, поэтому я сегодня хочу посмотреть это вместе с вами. Думаю, сейчас посмотрим, давайте я увеличу, вот первый скриншот у нас такой вот. Давайте посмотрим, здесь напишется про глобальное обновление. Можете почитать, в принципе, это будет писаться, наверное, при входе, я как понимаю. Это довольно-таки нормально. В принципе, да, это довольно-таки неплохо. Так, давайте я нажму. В принципе, ну вот так здесь все написано. В принципе, тут будет написано, что добавили и так далее. Давайте следующий скриншот посмотрим. Так, это у нас что? Это у нас банк. Это у нас банк. Давайте увеличим, чтобы было лучше видно. Так, это у нас банкомат, короче. Так, вот так будет выглядеть банк. В принципе, неплохо. Это банкоматы, я вижу, там много стоит чекпоинты. Ну, прикольно, прикольно. Еще глянуть, конечно же. Поэтому мы сейчас это все посмотрим. Так, это у нас, я понимаю, казино. Да, это казино. Давайте увеличим это все дело. И посмотрим подробно. Так, давай. Что-то у меня не увеличится, но. Вот. Так, ну что-то двухэтажный, я вижу, казино будет у нас. Бар и так далее. Ну, нормально, что. Сейчас проводятся тесты, как я понимаю. Так, можно будет только 10-ром играть. Ну, как и сейчас, в принципе. Но интерьер, видно, поменяется. Вон плазма стоит. Это тоже прикольно. Столов будет уже не так много, как я понимаю. На втором этаже я вроде столы видел. Вот колоночки тут у нас. Ну, нормально. Казино будет новое, тоже радует. Вот у нас работы здесь. Водитель маршрутки, водитель такси, машинист, уборщик улиц, сантехник, механик, дальнобойщик, разводчик... товаров, сотрудник МЧС, водитель мусоровоза и инкассатор. Это будет самая дорогая, ну, прибыльная работа, как я понимаю, наверное. Ну, видимо, видите, так, дальнобойщик теперь будет с какого уровня? С 8-го. Ну, у меня есть уровень, у меня 18, поэтому мне будут доступны все работы. Поэтому, кто только начал играть, качайтесь, чтобы на обновление вы уже могли работать на всех работах. Так, идем дальше. Это у нас дальнобойщики. ГАЗ 1 уровень, ГАЗЕЛЬ 5 уровень, ЗИЛ 15 уровень, КАМАЗ 25 уровень. ЗИЛ, это что у нас? ЗИЛ. Что-то я не помню насчет ЗИЛа, ГАЗЕЛЬ с 5-го. Ну, вроде бы уровни меньше сделали. Может, я ошибаюсь, потому что я редко работаю на дальнобойщиках, поэтому, если буду я неправильно говорить, сильно меня не критикуйте. Так, здесь у нас будет нотариус, итальянская мафия, вход 1000 рублей. Давайте увеличим, посмотрим. Так, стоить он будет у нас 10 миллионов. Ну, нормальная цена, я думаю. Здесь, наверное, будем смотреть, типа, какие продаются дома по голосу, бизнес и так далее. Ну и что-то еще, я думаю, здесь будет по-любому, потому что без этого никак. Так, это у нас банк. Будет, видите, система безопасности. Так, давайте увеличим еще раз скриншотик. Видите, тут, типа, такие будут... как она называется, такая сетка типа сигнализации, будет грабить банки. Но это уже поинтереснее, хоть системы какие-то новые появляются, это реально круто. Это вот реально круто, то, что мне нравится. Так, давайте дальше. А, это у нас все получается. Все скриншоты, вот их всего сколько штук, давайте посмотрим. Ну, всего их здесь сколько? Раз, шесть, семь, восемь. Восемь скриншотов, пацаны. Может быть, еще есть, можете мне скидывать, я, в принципе, с радостью посмотрю. Как бы, еще хочу сказать спасибо этому подписчику, вот, это он мне скинул эти скриншоты, чувак, большое тебе спасибо. Буду рад, если вы мне все будете скидывать, как бы, потому что свободки мне, я не могу посмотреть свободки, что там кидают. Возможно, ты скрин со свободки, я не знаю точно, поэтому нужно там тоже бобить в комментариях. Ну, а вот в официальной группе, в принципе, вот что я могу только смотреть, это как бы... больше ничего я посмотреть не могу, к сожалению. Ну, блин, давайте сейчас загрузится картинка, потому что, да. Это у нас Audi R8. В принципе, ну, номера так себе смотрятся. Какой-то тусый цвет, это мазинг.
Не знаю, мне, честно говоря, не очень нравятся эти номера, что будут. Возможно, они будут крутые, я просто критикую. Хотя меня считают хейтером Амазинга, но то все хуйня. Скин Федичу еще за рулем, вообще заебись. Вот даже вам покажу, что я в свободной группе забанил. В принципе, вот так вот, поэтому я не могу смотреть. Это надо новую страницу создавать, чтобы смотреть, что там. Но я не могу это видеть. Надеюсь, что я хоть как-то вам так поднял, может быть, настроение перед Новым годом. На самом деле, не знаю, когда глобалка выйдет. Напишите в комментариях, снять видео, типа такого, знаете, выйдет ли обновление до Нового года. Я расскажу все факты, что я думаю и так далее. Напишите в комментариях, в принципе, я бы снял такой видосик, в принципе. Рассказал бы, когда я думаю, что выйдет обновление, какое оно будет, что от него можно, в принципе, ожидать. Вот такие вот скриншотики я вам показал, может быть, вы видели, может быть, нет. Ну, блин, я их не видел, я решил с вами поделиться, так, покритиковать их немножко. Ну, вроде бы на скриншотах все нормально, поэтому будем ждать обновления. Всем спасибо за просмотр, ставьте обязательно лайкосики, подписывайтесь на канал, не забывайте колокольчик, и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.